Тумсо, ты не первый, кому кадыровцы и российские войска в целом прибегали к такой практике. Российские солдаты забирали и мучили родственников Масхадова, Дудаева и других наших командиров, будь стойким. Вообще, да, это, конечно, такая распространенная практика еще с древних времен. Древних, я имею в виду, несколько веков назад, когда началась экспансия на Кавказ. Они и тогда брали в заложники, например, родственников наших абреков и выставляли, выдвигали ультиматумы, говорили, типа, либо ты приходишь и сдаешься, либо мы убиваем твоих родных. Подобные вещи, конечно, бывали. И это делали, вообще эту практику на Кавказ принесли именно российские войска. Но надо сказать, даже они были более гуманны, наверное, не настолько омерзительный в этом. То, что сегодня делают российские наместники чеченского происхождения у нас на родине, то есть Кадыров и его приспешники, такого я не помню даже от российских солдат, от российских войск, от их там, генералов, я даже от них подобного не помню, чтобы они просто брали, забирали да, родственников даже женского пола и выдвигали какие-либо ультиматумы. А здесь вообще никаких ультиматумов, в принципе, даже не выдвинуто. Единственное, я получил на бот обратной связи вот такое вот сообщение. Мы скоро начнем тебе отправлять фото твоих родственников. Некоторые из них будут в предсмертном состоянии, а возможно и мертвыми, если ты узнаешь их разбитые рожи, конечно. Мои братья хорошо стараются. В общем, далее по тексту вы сами видите. И здесь сложно сказать, действительно ли это кто-то из них мне прислал подобный ультиматум, чтобы я в течение 24 часов там извинился перед Рамзаном Кадыровым. Либо это чья-то неудачная шутка, которую он решил, воспользовавшись ситуацией, выдать. Не знаю. Но как бы там ни было, вот подобного недостойного поведения я не припомню даже от наших явных врагов. Даже если мы обратимся к истории ислама, к тому, как себя вели явные и омерзительнейшие враги этой религии, те из числа курайшитов, те, кто там, враждовали с пророком, мир ему и благословение Аллаха, с мусульманами тех времен, даже для них было важно, как они войдут в историю. У них тоже были вот какие-то красные линии, границы, через которые они не переходили. И вот этими границами были женщины. Абу Лахаб, Абу Джахаль, те, про кого засвидетельствовал Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, что они обитатели ада. Даже они на такую низость не шли. Даже для Абу Лахаба, Абу Джахля, для них было важно, чтобы в историю они не вышли как борцы с женщинами. Когда кто-то предложил заскочить домой к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то ли Абу Лахаб, то ли Абу Джахаль, не помню, один из них ответил этому предложившему, он сказал, ты что такое несешь? Ты хочешь, чтобы про нас говорили, что мы с женщинами боремся? Ведь если мы заскочим к нему домой, там будут женщины. Даже для них это было важно, то, что абсолютно не важно сегодняшним этим предателям, российским наместникам. Все пройдет, эти дни пройдут, брат Тумсо, желаю тебе терпения. Барак Аллаху фик, Бекхан Сатмурзаев. Пусть Аллах воздаст тебе благом. Аминь. Мумин, ассаляму алейкум, Тумсо, пусть Аллах укрепит тебя и всех нас на своем пути, ты в наших дуа, инша Аллах. Ва алейкум ассаляму, рахматуллах, баракату, мумин. Амин, барак Аллаху фик, брат. Дарган 96, Тумсо, я христианин, но я молюсь за твоих родных и близких. Господь милостив, и Он унизит мерзавцев, которые сейчас издеваются над твоей родней. Благодарю тебя, Дарган, спасибо большое. Ипон, ассаляму алейкум, брат, пусть Аллах укрепит тебя, твоего брата Хасана и также всех остальных, чьих родных подвергают сейчас пыткам. Пусть Аллах унизит этих беззаконников. Ва алейкум ассаляму, рахматуллах, баракату. Амин, барак Аллаху фик, брат Ипон. Начнем с главной новости по поводу похищения моих родственников в Чечне. Интегрини, интегрини, я Кудса, интегрини, саузиру судудан ва куюдан.
الصيوني انتظريني انتظريني يا